В Актюбинском суде не смогли простить дежурного экстренной службы, который почти час не реагировал на звонок раненого ребенка. 31-летнего сотрудника ДЧС признали виновным по статье «халатность». Во время его дежурства позвонила 13-летняя девочка и просила срочно вызвать помощь. Говорила, что убили ее маму и брата, а сама она истекает кровью. В ходе телефонного разговора с Игнатьевым достоверно установил ее адрес проживания сопла, номер, экстренные обстоятельства, свидетельствующие о явной угрозе жизни и здоровья человека, наступившего в результате совершения тяжкого и жестокого преступления против личности. Однако Бержанов, не воспринимая всерьез совершенные против Игнатьева и ее семьи особо тяжкого преступления, проявил небрежное исполнение своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе. Страшное преступление было совершено в марте прошлого года в спальном районе Актобе. В квартиру матери-одиночки среди ночи проник пьяный мужчина. Он искал деньги, которые так и не нашел. Убийца жестоко расправился с хозяйкой, ее 16-летним сыном, и накинулся с ножом на 13-летнюю дочь. Девочка чудом выжила, и когда преступник скрылся, неоднократно пыталась дозвониться в службу 112. Но дежурный не верил словам ребенка и только в третий раз сообщил в скорую и полицию. Несмотря на это, своей вины мужчина не признает и считает, что его должны оправдать. Однако суд решил, что сотрудник ДЧС проявил халатность, хотя и учел, что обвиняемый воспитывает двоих маленьких детей. Суд приговорил Бержанова Владимира Ильича признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 371 часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан, назначенное наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Взыскать с Бержанова в пользу опекуна Гетиной Галины Васильевны 1 миллион тенге в счет компенсации морального вреда.